Шановні друзі, невеличкий анонс. Завтра підбиваємо підсумки дитячого малюнка до Дня сім'ї. Василю, ти приніс дитячі малюнки? Обов'язково принесу тобі сьогодні. Ну, щоб встигну, бо буде розігруватися іграшка. Ну, а зараз ти анонсуй гостя. Так, ну, бачите, дівчата вже всі такі гарненькі, причепурилися, бо сьогодні надзвичайний гість – це Сергій Штефан, він музикант, шоумен, людина дуже відома в нашому місті, відома рок-спільноті насамперед, людина, яка працювала арт-директором клубу «Вітер Свободи», тобто ми всі його бачили і на рок-заходах, на рок-концертах нашого міста. Вітаємо тебе, Сергію. Здравствуйте. Сьогодні, вітаю. На сьогодні в нашій студії. Ти не сам. Да, с своим любимым барабаном. Да. Покажи, да. Это класс. Маленький египтянин приехал из Египта. Ага. Называется Думбек, да, это национальный инструмент. То есть в компании с египтянином, да, к нам пришел? Да. Ага. Ага. Ну, это, как называется этот барабан? Называется Думбек, это на самом деле национальный инструмент, распространен в Египте и в Турции. Вот на них играют. Что, еще фараоны играли или это уже арабский инструмент? Уже арабский. Уже арабский. Навчишь нас? Можна попробувати. Є приділ можливостям людським, коли не пізно починати вчитися грати на барабані? Ну, знаєте, у мене є як небольшая школа, ми займаємося з ребятами, обучаємо ігрі на перкусії, на джембе, це африканські барабани, і от на таких думбеках, дарбуках, турецько-єгипетських. А приходят люди разного возраста, от 10 лет и до 60. Ну и у всех, в принципе, получается, как зависит от количества свободного времени. Давай поговорим, покажи нам, да. Чему вчаться, да. Чему ты можешь начать? Например, древний арабский ритм называется сейди. Галя уже начала танцевать восточный танец, мы видим, да? Не показали. Значит, сейчас еще раз вот столик, восточный танец, Галь, а Сергей подыграет, да? А я буду сидеть как шейк, да? Кстати, да, верно говорите, это как раз неотъемлемый атрибут танца. Сидящий шейк. Хороший, да, сидящий шейк и именно вот подобные барабаны. Скажи, пожалуйста, Сергей, мы все знаем, да, вот ты занимался многими музыкальными событиями, да, в городе, с рок-музыкой был связан. Вот занятие вот этой музыкой восточной, да, вот этими барабанами, это хобби или это то, что тебе больше всего нравится, или это профессионально ты этим занимаешься? Ну, наверное, скорее хобби. Угу. Хотя бывают профессиональные вылазки, если можно так сказать, единократные какие-то выступления, когда приглашают какие-то танцевальные фестивали, к примеру, поддержать юных танцовщиц или уже зрелых, и сольные номера считаются хорошим уровнем, исполняют не под фонограмму, а под живые барабаны. То есть в таких моментах это получается профессионально, но в целом больше хобби. Как ты к этому пришел? Ведь ты всегда был связан с рок-музыкой. Честно сказать, я как барабанщик играю уже 14 лет на барабанной установке, вот хожу по квартире, то по столу постучал, то еще где-то. Ну, как-то не очень интересно. Как-то попал на фестиваль «Джаз Коктебель» еще в 2008 году, и увидел вот такие барабаны, как вот люди играли, вот очень меня заинтересовало, я попросил, попробовал, приехал с фестиваля, побежал в магазин, сразу же купил себе барабан, с тех пор начал их коллекционировать. Mm-hmm. Вот было около 8 разных барабанов, сейчас немножко меньше осталось. Но вот с тех пор родилась любовь у меня к перкуссионным барабанам. Сколько треба вчитися ось такому? Ну, допустим, как играю я, могу научить там, за год-два. Ну вот как играют турки, турецкие профессионалы, на ютубе можно посмотреть, там Onur Il, например, то я не знаю, может лет 20, я не понимаю, как физически они это делают. Можно посмотреть его поближе, такую красоту? Пожалуйста. О, Галя, ну что, будешь учиться? Посмотри, как красиво. Разумеешь, что дівчата нашого... Какой звук шикарный. Ті, хто були... Чи будеш танцювати будеш? Я буду танцювати, ага. Але я хочу сказати, що той, хто був у піонерській організації, той, у того також в крові гра на барабанах. Тобто кожна дівчинка ходила по нашій центральній вулиці, ну не кожна, але багато дівчат, і барабанили у спеціальні піонерські барабани. О, я хочу так згадати. Ти була красний барабанщик. У мене от такі банти були. Ні, я була синій барабанщик. Дуже красивий костюм. Уже зовсім синій барабанщик. Ручка є в тебе? Так, я покажу. Я спробую згадати. Треба було палички отак тримати якось. Я не пам'ятаю, але руки та помнять, руки помнять. І отак, ця так, і так. Можна?
Только аккуратно не проткнуть. Ух ты, нічого собі, клас. В Єгипті не було. Але справа їх. Жива. Ні, ну, багато років. Не кощунствуй, не здивайся над музикальним інструментом. А як треба? Ну, давай. Сергій, а ну, покажи нам. Ну, взагалі, лучше... Начинай маршировать. Маршевый считается ритм танцевальный, как раз близко к пионерским, да. Как это, сотни тысяч арабских воинов шли под вот это вот, там, сражаться с неразумными крестоносцами, да? Как-то так. Музыка завжди сопроводжувала людину, так, с народження, весілля, похорон, війна, чи якесь свято, чи романтика. Правда? На кожен випадок є свій ритм. Який ритм ваш улюблений? Ну вот, наверное, тот, что который я только что играл, мне он очень нравится, потому что он весьма вариативный. Вот, и если его сыграть в разных темпах, он будет звучать по-разному. Ну вот, к примеру, я сейчас играю его медленно. То, что характеризует на самом деле Восток, вот, да, каждый инструмент – это отражение своей культуры, да, такая нега и ярость, да, одновременно вот звучит, хотя ритм один и тот же, да. А как звучит романтика? Романтика, вот, к примеру, если африканская традиция, там будет так. То есть надо уже, знаешь, копье это и пошли по кругу ритуальные пляски, да? Да. И сердце тёхкое. Сергей, скажи, пожалуйста, ну вот восточные танцы, да, вот различные ритмы, да, мы знаем, что ну, арабский мир огромен, да, если это, так сказать, есть какие-то египетские, да, есть какие-то, наверное, сирийские, какие наиболее, наверное, распространенные сегодня, что чаще вот исполняешь? Распространенная вот как раз, наверное, Сирия и Египет, все вот, ну вот такого подобного форм-фактора, в основном это идет или металл, или глина. Ну, что это, что это сейчас? Это глина? Это металл, металл это, да? Алюминиевый сплав. Немного звучит. Покажи. Вот инкрустированный немного вот ракушечкой. Это разнообразно. Это считается как полупрофессиональный инструмент, поэтому он выглядит достаточно симпатично. Он уже готов как бы вот к концертному выступлению. Покажи на камеру, щоб глядачі побачили, як, я думала, що це якесь каміння, а це ракушка, тому вона так ракушка, переливається, да. Перламутром. Дуже красиво. Що ти відчуваєш, коли ти торкаєшся його і починаєш грати? Ну, вот це в принципі, це весь спектр емоцій. От, смотря з якої емоції підходиш к інструменту, та емоція в процесі ігри на інструменті, вона усилюється. Ну, конечно же, если это какая-то грусть и печаль, ну, что у меня, в принципе, редко бывает, но если случается, то тогда, конечно, инструмент убирает негативные все эмоции, и всегда идет расслабление, одухотворение, насыщение каким-то вот духом. Ну, и, конечно же, вот сам ритм – это пульсация, это жизнь, это вот прокачивает как бы много организм, и кровь быстрее начинает бежать. Это вот стимуляция. Сергей, два слова о твоей школе, вот хотя бы чуть-чуть. Что, как вы учите, кто учится, молодые, пожилые? Все возраста, музыки все возрасты покорны, как это? Да, наша школа находится в центре сердца Востока, также, в принципе, она и называется, школа барабанных ритмов сердца Востока. Вот. Ну, занимаемся мы на Пушкинской, есть у нас замечательный зал, в теплое время года выбираемся на природу. Вот. То есть мы собираемся в парках, берем, кроме барабанов, еще духовые этнические инструменты, есть диджериду, такой очень длинный инструмент, как бы аналог нашей трембите, в принципе, только звучит очень низким таким звуком. Это губные гармошки, это флейты. И начинаем с обучения, с урока, и заканчиваем уже каким-то перформансом, просто джемом. Ну, а контингент, вот, как я уже говорил, совершенно
различные, от 10 лет как бы до 50, до 60 даже люди приходили. Ну, основная как бы целевая аудитория, да, это вот от 20 до 30, в принципе. Ну, для нас такой зажигательный ритм, да? Да, вот у нас программа «Новий день», ранкова передача, яка повинна налаштувати на бадьорість, на енергію, на позитивні якісь зрушення. Щоб точно всі проснулись. Хорошо. Часом о пів на 11. Галю, ну, будь ласка, Настю. Зараз, а може ти, Настю? Та куди ж мені вже? Я же шейха повинен грати, а ти давай. От будеш шейхом, будеш тебе танцівниці. Давай. Що хто ще намагався спати у своєму ліжку, тепер вже точно 100% прокинулися всі. Злетіли так, що, і полетіли по своїх справах. Да. Отже, дякуємо, Сергію, що ти завітав до нас такою запальною мелодією, музикою душі, з таким ритмом яскравим. А всіх ми вітаємо тепер вже, тепер точно вже доброго ранку всі прокинулися, я вважаю. Доброго Галю, ранку. Галю, ти прокинулася 100%? Ще пак. О, так. Дякую, Сергію, дякую, Василю.